И я с удовольствием представлю вам судейскую коллегию. Руководитель ковра Николай Малышев, Московская область, судья международной категории. Арбитры финального поединка Сергей Громов, Москва, судья международной категории. И Андрей Тимошин, Ярославская область, судья всероссийской категории. И я представляю первым бойца в красной форме. Он представитель Белгородской области, является кандидатом в мастера спорта. Встречайте, Владимир Сергеев! И его соперник в синей форме, представитель команды Тверской области. Также, как его соперник, является кандидатом в мастера спорта. Встречайте! Асланбек Кудзаев! Дамы и господа, и в этом поединке победу удушающим приемом и стал обладателем золотой медали и звания победителя первенства России боец из Тверской области Асланбек Кудзаев! Ваши аплодисменты его визави из Белгородской области Владимиру Сергееву.